4 июня карагандинцы отметили 25-летний юбилей государственных символов. Праздничное мероприятие с участием акима города Нурлана Аубакирова состоялось на площади госсимволов. Поздравление градоначальника сопровождалось песнями, танцами и зажигательным флешмобом. К участникам присоединилась и Фариза Улбаева. В этот день карагандинцы еще раз окунулись в историю создания государственных символов, гимна, герба и флага, олицетворяющих суверенитет и идентичность страны. Мероприятие началось с торжественного шествия государственного флага от улицы Приканальной до площади, на котором установлен флагшток. Честь нести государственные символы была предоставлена карагандинской молодежи. Следом за пешим шествием проследовали 25 автомашин. Юбилейная дата особенная, отметил аким города Нурлан Аубакиров. На старшее поколение возложена особая миссия – воспитывать молодежь в уважении к государственным символам. Всего 25 лет. Это миг для истории. Но он вобрал в себя события и свершения, о которых наш народ мечтал веками. И сегодня символика Казахстана узнаваема во всем мире, что вызывает гордость за свою страну. В завершении мероприятия самые маленькие участники запустили в небо композицию из гелевых шаров в форме цифры 25. Этот праздник объединил всех карагандинцев. Горожане не скрывали в этот день позитивных эмоций. Очень рад, что я здесь, я смотрю на это все. Такое единение со своей родиной чувствуется. Вот, поэтому побольше таких праздников. Я считаю, что они объединяют всех казахстанцев. Мы ходили, поднимали флаги, мне очень понравилось. Хочу еще раз побывать на этом празднике. Пришествие молодых наших патриотов с флагом. То есть очень хорошо было организовано. Машины, 25 машин. Очень эффектно. Впервые новые государственные символы независимого Казахстана были утверждены 25 лет назад, 4 июня 1992 года. Они несут идею независимости, поэтому к символам страны нужно относиться с особым уважением, считают организаторы акции. Участие в празднике приняли более 500 человек. Фариза Албаева, Жаксыл Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский.